Ну что, сегодня мы поговорим о нашем красавце Русланчике, Руслан Купидонович, то есть это сын нашего Купидона и красавицы Инги. А также он является внуком Ролекса, правнуком нашего Елисея и праправнуком Филиппа. То есть четыре поколения вот этой собаки живут в нашем доме. Он абсолютно здоров. Физически, генетически, это замечательно видно. Ему исполнилось 5 месяцев, и он продолжает искать свою семью. Малыш сейчас продается по очень приятной цене. Торопитесь успеть купить этого щенка за 60 тысяч рублей. Цена может меняться, но пока, вот, если успеете, он будет вашим. Воспитан, нежный, податливый, умный, приучен к правильному питанию, к пеленке, к выгулу. Все в этом щенке вложено. Документы клуба, тату в паху, чип, полностью привит. Прошли все карантины, приучен к прогулкам с нашими собаками. То есть он прекрасно войдет в любую семью и стаю. Собака это не игрушка. Я не говорю, что он прекрасно подойдет для маленьких детей. Он подойдет в любую семью к адекватным владельцам, взрослым людям, возможно, даже ребенку, но под присмотром взрослых. Бери, люби, радуйся, как я называю. Вот такой чудесный красавец, грудастый. Он стандартный, он больше не вырастет, он уже такой, как есть. Ну, рост в холке около 20 сантиметров. Мерить не буду, это я и так вижу. По весу он такой жирненький, достаточно крепкий малыш, с которым можно будет долго гулять. Да, покажи нам ушки, покажи. Ушки у него, в принципе, уже стоят. Сейчас мы попробуем вот так показать, как у нас красиво стоят ушки. Да? Русик, покажи нам ушки свои. И как его воспитывает его мама, как она его любит, как она его лелеет, самыми вкусными вкусностями кормит. Это правда. Инга у нас замечательная мама. Добро пожаловать за счастьем. За прекрасным, замечательным мальчишкой. Курносый-курносый, носик-пальчик. Зубки у нас, еще смена не началась, смотрите, у всех по-разному. Зубы идеальные, ножнички. Спинка у нас, ну давай попробуем. Скажи, я так, конечно, в стойке еще не особо готов стоять. Но давайте попробуем. Вот такой вот замечательный крутыш. Посмотрите, какая у него грудная клетка. Покажи головушку свою. Вот так, давай. Вот такой вот чудесный, все дела на месте, спинка ровная, яички в набесте, хвостик.